Всем здравствуйте, ассаламу алейкум. Это я, Омар Алибутаев, и мой выпуск «Омар в большом городе». А мы что? А, я Омар Алибутаев, мои кенты, и мой выпуск «Омар в большом городе». Челку попросил. Челку? Челку? Наконец-то наступил май. Теплота, солнышко. Люди повылазили из своих квартир, чтобы погулять по паркам, там, по улицам. Так сказать, медведи повылазили из своих берлог. Так сказать, орлы вылетели из своих гнезд. Так сказать, рыбки повыпрыгивали из своих морей. Или так не говорят, да? Ну, в общем, все вот так повыходили. И сегодня мы тоже решили вот так выскочить. Мы так сейчас до конца парка дойдем. Можешь уже начать? Все, могу начать. Сейчас мы все... Давай, говорю уже, вот Тункери Гургурис. Вот ты Крайс Индепендент Дэй, майские каникулы, шашлыка и покупка есть. Пока не наедешь, не начнет. Сегодня здесь в парке мы с пацанами решили, каждый себе транспорт выбирает, на котором будет кататься. Посмотрим, что ребята выбрали. Омар, я выбрал себе скейтборд. Ничего молодежнее, травмоопаснее и непредсказуемее просто не найдешь. А ты знаешь, я люблю экстрим. А я взял велосипед, потому что единственный транспорт, на котором я могу кататься. Ну и у меня права есть на велосипед. На велосипед права. Ну что ж, встречаем. Сноуборд! Ты дурак, что ли? Сами вы дураки, пацаны. Знаете почему? Потому что, в отличие от ваших аппаратов, я его взял со скидкой. 97% скидочка. А, кто из нас дурачок? Это зимний вид транспорта, ты в курсе? Какой зимний? Посмотри, здесь летние босоножки. На босоножках кто? Зимой кто катается? Никто. Так что учи английский. Ты знаешь, как Snow переводится с английского? Конечно знаю, Джон Сноу. Это «Игры престолов» не смотрел, что ли? Не что, а кто? Snow — это снег. А борт — это доска, это снежная доска. По снегу кататься. Серьезно? Пойдем мы. Опа! Блин, вот почему он мне со скидкой пихнул и соскочил. Ладно, велосипед возьму тоже. Продаю. По нормальной цене продаю. Не возьмешь? Короче, после многочисленных разногласий между транспортами, да, мы все-таки решили. Ни тебе, ни мне. Нам. Вот. Пожалуйста. Бомбовый аппарат. Как он называется? Квадроцикл. Квадроцикловый... Ты знаешь, как он называется? Велосипед. Квадроцикловый велосипед. Оператор, садись, пожалуйста, вперед. Идем. Не бойся этого. Вот пристегивающий ремень тоже есть. Звонок есть? Есть. Все. Ты впереди сядешь? Я впереди сяду. Да? Come on, Gary. Ой, как хорошо, да? Свежак. Да. Может, поставить? Майское солнышко выглядывает нет-нет на нас. Воздух чистый, пар, зелень. Хорошо, что она сама едет, да? Пусть сама крути, да. А на педалях, что ли, она? Конечно, я что, один должен, что ли, крутить? А шалет, я думал, на кнопки нажимаешь и говоришь, езжай. Да, ты так устанешь бегать за нами. Давай, пока мы круг начнем, ты иди в Макдональдс и покушай. О, пирожное туда-сюда. Да. Да. А? Макдональдс же закрытый. Вот-вот. Быстрее, быстрее. Я... Здравствуйте. Добрый день. Простите. Ух ты. У вас тормоза хорошо работают. Как вас зовут? Татьяна. Как вам сегодня вот эти майские, вот эти каникулы? Прекрасно, очень много народу. Да. Вы каждый год вот так находите время. Вы сегодня с кем здесь? С мужем. С мужем. С собачкой. А где собачка? Муж с собачкой где-то там. Да. Ага. Как, вы так не сложно на этом передвигаться? Как вообще? Нет, не сложно. Да, сколько вы уже этим занимаетесь, так сказать? Года два-три. Знаю, что вот эту скандинавскую ходьбу знаю, а вот езду я еще не знал. Это не скандинавская езда. Это подготовка к лыжному сезону 22-23. А, то есть вы и летом, короче, и зимой всегда вот в спорте. Все. Все, я прошу прощения. Все, конечно. Да, спасибо. На старт, внимание, марш! Расскажи, пожалуйста, как тебе сегодня прогулка по Москве? Ага. Ничего себе. Как ее зовут? Глотея. Глотея. Расскажи, ты каждый год вот так гуляешь? Нет, ага. Она в прошлом году еще не родилась. А, еще не родилась. Пока-пока, Глотея. Что, давно с собаками общаешься, да? Мага, не твое это дело.
Оператор, я там такси увидел, который по ВДНХ может катать людей, деньги зарабатывает. Пойдем спросим, что, как, почем. Здравствуйте. Здравствуйте. А, такси? Да, такси. По ВДНХ круг. 500 рублей круг. 500 рублей? Ты да. Что, сумасшедший, что ли? Что, минимальные цены? Это не минимальная цена, это минимальное уважение к нам. Да, ты свищи, дурачков. Тебе зачем эта колымага? Давайте нормально отвезу за 300. 300 рублей? Конечно. Ма, вот мужчинские цены, 300 рублей. Держи клапан. Все, поехали. Не понял. Ты теперь 800 должен, понял, да? В смысле 800? Здравствуйте, как вам прогулка? Замечательно, кстати. Да. Мне очень нравится, да. Вы каждый год? Да, вы из Дагестана приехали? Да, да, да. А вы откуда? Да, из отсюда, из Москвы. Да, вы местные, да? Как вам вообще? Ну, давай поприкалываемся. Давай поприкалываемся. Вот незнакомец, как вас зовут? Меня Юра зовут. Юра, меня Амар зовут. Расскажите, вам нравятся вообще прогулки? Да, я обожаю прогулки. ВДНХ, ага. Чистый воздух, вода, география, площадь, постройки. Это, вот посмотрите, как Москва. Ага, посмотрите, ага. Как она. То есть вас легко из дома вытащить, да, на прогулку? Или все-таки надо как-то заманить? Ну, шашлыками, конечно. Шашлыками, люля-кебаб, манты и тому подобное, конечно. Ага. Вот вы что посоветуете нашим вот, москвичам всем? Вот, побольше выходить россиянам на улицу? Да, да, да. Гулять, самокаты, прокат. Ага. Аренда самоката. Ага. Деньги в бюджет идут? Идут. Идут. Бабки капают, Москва развивается. Ага. Вот что бы вы больше предпочли? Возле речки или все-таки по парку прогуляться? А, я бы посоветовал бы быть там, где можно поставить мангал. Мангал. Ага. Значит, около речки. Около речки. Все, завтра возле речки увидимся. Давай, всех благ. Всего хорошего. Давай, пока. Давай, пока. Ошалеть! Фудкорт на ВДНХ. Место, где можно от души похавать сладости туда-сюда. Столько лет веду блог, а в этом месте только сейчас узнал. Вот я дебил. Здесь так кайфово. Можно вот так пончики, что по кайфу брать. А это что такое? Это что за место? А-а-а! Я понял. Это как в Риме. Ринг, быки выходят, и начинается рубка. О, вон, смотри, как раз два быка. Смотри, два быка. О, смотри, два быка рубятся как раз. Ну, все, ставлю на белого. Белый его загасит. Все. Ну что, друзья, сегодня от души так погуляли, поигрались, покатались по парку. Вам тоже советую. Теплые деньки начались. Не сидите дома, выходите. Свежий воздух дыхайте. С вами был Амар Алибутаев, мои кенты и мой выпуск «Амар в большом городе». Ну все. Езжай. Он в ту сторону едет. А, езжай! Это, во-первых, для детей. Во-вторых, пока не запомнится, он не едет. Пацаны, вы вот так облом от меня будете, да, постоянно? То с сноубордом обломали, то с паровозом. Пойдем пешком? Пешком? Ладно, пойдемте пешком, что твердишь? Мои же кенты.